Так, всем привет, дорогие подписчики нашего канала Fun Crazy Club. С вами Леонич, и сегодня это обзор на наушники H4 Bluedi 530S. Итак, для начала давайте я, наверное, скажу характеристики. В общем, что по кабелю. Кабель у нас 2 метра. По этой вес. Вот вес 690 грамм, короче. Частотный диапазон 20 000 гигагерц. Вот примерно там тире стоит между ними. Так, диаметр мембран 50 миллиметров, подсветка есть, чувствительность 105 дБ, угловая громкость есть. Ну все, в принципе, что я могу сказать про наушники. Ну, если хотите, я еще могу добавить. Кабель 2 метра, чтобы было удобнее подключать к компьютеру, да? Да. Собственно, расскажи про встроенный микрофон, собственно. Микрофон. Так, микрофон, у него частотный диапазон от 100 до 10 тысяч гигагерц, чувствительность там 45 дБ, шумоподавление Е на него есть, направленность есть. Вот, в принципе, его можно сгибать вот так вот. Ну и, собственно, даже шумоподавление в самих наушниках тоже имеется. Да. Плюс всего вот стекляшка. Да. И, кстати говоря, Лёнь, поверни наушники боком, там есть даже подсветка такая. Да. Она бывает в разных моделях по-разному. Вот такого. Ну, здесь она зелёная. Да-да-да. Здесь она зеленая, бывает красная, бывает еще какая-то. Собственно, вот так вот. Лёнь, чего еще можешь добавить? Ну, в принципе, я могу добавить, что здесь вот. Здесь, ну, как бы, вот здесь вот это резина обычная, то есть можно хватать. И ничего с ним не будет. Ну, мембраны, ясное дело, небольшие. Вот. Сами можете посмотреть. Правда, они не разворачиваются. Ну, а специально для вас, кто не понял, что я сказал, вот. Тем вам можно это самое. Как сказать. Хочешь посмотреть официальные характеристики, хоть на моем видео, или Дорад, ДНС, неважно. Вот. Еще многие говорят, что это залямка вот такая. Она специально говорит, чтобы удобно было играть. Посмотрите, пожалуйста. Сидят и ничего не вываливается. Да, я думаю, это все, что я могу сказать про наушники. Ну а это был я. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, всем удачи и всем пока. Пока. Пока.